Следующему форуму «Природа без границ быть» об этом заявили организаторы на итоговой пресс-конференции. Прошедший 9-й форум участники посчитали успешным. Удалось привлечь внимание властей к озеру Ханка, которое Россия делит с Китаем. А потому некоторые проблемы водоема и его окрестности решить не удается. Напомню, озеро вышло из берегов. Вода вплотную подступила к домам в деревне Новосельское. Этим летом здесь пережили 5 потопов. Экологи предполагают, что причиной многоводности Ханки стало изменение русла реки Мулинхэ, которое проделали китайцы. Одно из предложений форума – отслеживать уровень воды в Ханке совместно с КНР. Подготовка к следующему форуму, юбилейному, начнется уже в этом году. Мы хотим этот форум все-таки сделать постоянным, постоянной площадкой для того, чтобы мы все с вами могли на нем обмениваться опытом, предлагать какие-то конкретные решения. Также в Приморье продолжают работать волонтерские секции, которые заботятся о природе. Например, в одной из школ Арсеньева организовали экологическую смену. 45 школьников станут членами зеленых патрулей города.